Всем привет, с вами Айри, это снова Wizard 8 Extended. В прошлой серии мы прошли верхний уровень замка, но немножко не до конца. И сейчас мы пойдем это дело исправлять. Вот. Ну, конкретно туда мы не попадем, но предметы кое-какие оттуда мы возьмем сейчас. А, блин, я еще не посмотрел, как зайти в хранилище этого Ферро. Нет, Ферро. Ну, в принципе, пофиг. А сегодня мы, надеюсь, закончим с рапаксами. Что-то они, честно говоря, уже задолбали. И пойдем, может, уже в подводный пещерник. Ну, там уже в следующей серии. Нам надо дойти до покоев короля сейчас. Там есть пневмопочта. Вот нам надо до пневмопочты дойти. А, ты сюда ж, по-моему, да? Всё, да? А, нет. Нет, это... Это королева. Это не то. В какую сторону? Король за тут, да? Летает. Это вообще не открывается. Так, нам сюда. Вот мне вам почта, в нее надо эти бумажки отправлять. Просто находили. Что там еще раз? Критический удар плюс 20. Но фея не налезает, конечно же. Налезает? Ну, тут плюс 9, как бы. Это вот все продать. Вы. Плюс 3 как-то мало. А куда еще критически удар? Кстати, сюда, что ли? Сюда. Кстати, регенерация с тобой весит. Хорошо. А, так. Еще квитанция. Так, радужный амулет. Света, ну, в общем, полная херня. И нас еще кто-то интересует. Так, палка Бонни опознанная. Еще одна квитанция должна быть. А, ну, это нас тоже абсолютно не интересует. Ну, хоть мы продадим. А, так. На самом деле, надо теперь... И, кстати, нет, мы перед тем, как пойти в пещеру, мы еще должны вещь сделать. И получить шлем местности. Вот, у нас есть ключ. Чуть-чуть. Валим отсюда. Так, сюда? Нет. Нет. Не сюда. И, что-то я не помню, как эта дверь открывается тогда. Опа, надо читать. Так, вон сюда, да? Это вот это. Да. Ну, тут, типа, не очень что-то много, чего интересного. Марафонец, марафонец. Даже это, бочка какой-то. Пати, шапка, шапка, перчатки. О-о-о! Нихера себе. Нихера себе, сколько всего. Так, ну с этим все понятно. Это фея. А, на фея тоже идет. Не знал, кстати. Вот,
Что-то думал, что нет. Нам плюс 6 уже, наверное, раздавать-то некому, правильно? Тут даже интереснее варианты. Плюс 9. Тут тоже сам. А нет. Тут тоже плюс 9. Тут плюс 6, но сильно пизже, чем вот просто плюс 6. Это штаны на плюс 6. А, ну, кстати. Ладно. А книга очищения, чистого воздуха. Можем? Пока нет, оставим. Значит. Ядовитое облако у нас уже есть. Исцеление, это лечить всех, но на естественный упой. Пока не может. Книга души, это щит души, она тоже пока не может. Угу. Просто пишет кивокому на плюс 14, точно такие же, как эти. Считаю, что у нас вроде больше не предвидится никаких там бойцов. Так, это шапка на плюс 4. Это что? Плюс 4 восприятия, плюс 10 разведка. Плюс 5 разведка, плюс 30. Хуже, да. А тут как бы... Без вариантов. Ладно, было дальше смотреть. Воровская накидка. На ниндзя, ну не фея. Вор и монах. Ага. У него... Плюс-минус то же самое, только хуже. Отлично. Так, сейчас с орнаментом нам сейчас понадобится. А, ну и все. А это... Проклятое здоровье, регенерация, благочестие минус 20, ближний бой минус 30, только для женщин. Ни феи, ни андроида. Сейчас бы андроида женщину найти в этой игре, без модов. Угу. Ну, это плюс 3 торс, как бы, кому ее давать, никому. Нифига не нужно. А, ну и все, по сути. Книги мы оставим. На самом деле. Не, ну вас уж нет, продадим. Хотя, все валяется. Так, сейчас мы сходим сюда. Тут где-то был портал, помните, да? Стоп, где он был-то? Черный такой. Не тут? А нет, очень даже тут. Сохранюсь, а то эти вещи умеют лагать. Так, это телепорт варнику, вроде бы. Ну, очень плохо понятно, что он нарисован, это арника. Нам туда, в принципе, не надо. Зачем? Чтобы что? Как бы намекает, что Энтони это шпион пропаксов. Вот. Ну и, в принципе, все. В принципе, мы получили все, что здесь хотели. Есть одна дверь, которая не открывается. Поэтому сейчас ходим к королю. Сейчас вот есть вот эта дверь еще. Которая вообще нет. Никак не открывается. Я не помню, что с ней надо делать. Сейчас пойдем сюда. Сохрани... Ну, что, потерпел сохраняться. Отдохнем, короче. Что-то с маной проблема. Сейчас моему барда следопыту будет немножко грустно. Но тут ничего не поделаешь. Он не отъедет сразу. Он просто штраф получит большой. Но нам и ненадолго. Буквально на пушечке. Ready. What's up?
Все, поехали. Да. О, господи, а чё они такие стрёмные-то? Чё-то мне казалось, они были эпичнее, и мне казалось, мы не сюда вообще телепортировались. Ну ладно. Если не то, что прям сильно сопротивляюсь. Ну вот эта хрень непонятная из мода. Давайте чё-нибудь покастуем. Интересное. Ой, чё? Не сюда так. Так, ну, всех будем херачить. Казалось, там еще под землей надо бегать, это позже. Почему-то, ладно, я что-то правда не помню. Почему impossible-то? Почему ты их не можешь затаргетить? Почему они бегают от меня? Давайте вот этого убьем. Окей-доки. I understand. Right then. Under control. I never bullied, but damn. Странный лава у них тут, конечно. Я точно помню, он был явно выше. Короче, подойдем, сейчас задолбало побегать, что сейчас еще пульки кончились у механика. You remember that Ratbax lady, the one who wanted to talk to me privately? Well, it seems she needs to see us again. A little matter of a contract on my life, which seems to expire the minute I leave here. Get my drift? Better cure this quick. Ну, собственно, то, о чем я говорил. Так. Да. Какие-то кнопки должны быть. Что? Ну, они внизу, там еще есть нижний уровень. О! Что это? Вот это я понимаю, уже, блин, сейчас меня тут разберут. Ладно, сейчас развернемся, думаю, меня за один ход никого не убьет. Я не настроен очень агрессивно. Как они вообще здесь оказались? Я не очень помню, конечно, башню черных книжников, но, по-моему,
По-моему, сюда приходил снизу, где ты портировал вниз, а не наверх. Все убьют. Надо было похилять. Ну это, видимо, мод или... Да нет, это точно не умею глюки. Сюда приходил потом уже, совершенно точно. Так, ладно. Поухиляться сначала. А чё у них по резистам? Ну, чудотворство у нас все так себе, поэтому по Армагеддону. Они меня врасплох вообще застали. Сейчас резним. Давай лечить всех на Тебя уже только что полечили. Да, блин. Остановитесь. Так, чем бы тебя вооружить? А, ну там болты всякие. О, болты страха. Так, и нет, ты, а ты, энергия сюда. Давайте уже этот Армагеддон сейчас нас костыню. А ну, у них сопротивление ментал, так что... Да. Не знаю. А, земли тоже, по-моему, да? Угу. Огонь, вода, воздух, чудотворство. Не знаю. Не знаю зачем, но пусть так. Да, на одного, конечно, понимаете, Армагеддон был уже очень своевременно. Да в смысле, блин?
Это бесконечная прокачка теперь. Ну, такими темпами я, конечно, ничего не пройду. Ну, ладно. Херять сюда. И общий отдых делать. Да, я припоминаю такую проблему, она и в оригинале, по-моему, была, что они спамили друг друга. Так, ладненько, тут лечить себя. Идти вперед. Ну, не знаю. Кара небес на них не работает. Ментал нет, не вода, воздух. Конечно, попробуем так, а здесь тогда кастанем так сначала. Ну, это не очень актуально, да? Не, не надо. Зачем? Чтобы что? Ой, я даже не знаю. На самом деле, давай просто даже давай бежать, наверное, сделаем. Это хрень не это. Даже так не успеваю. Успею. Бить уже что? Так, все, сохранились. Сохранились. Так. Я что-то туплю, тут где-то кнопки были. Да, вот они. Сохранюсь, потому что я правда не помню. По-моему, квадрат треугольник. А, вот теперь лифт появился. Все-таки нет. Все-таки, видимо, так. Так, тут... оно нельзя поменять вообще. Сила, ловкость. Движение змей. Стрелковый бой. А, у него это вообще нет. Ну, давай скрытность накачаем, чё. А тут интеллект включить. Воскрешение. Все весьма очевидно. Чуть паралич, конечно, полезно, но воскрешение всяко полезнее. Теология. Усиленный удар. Современное оружие. И, кстати, надо прикрасить. Да. ДАС. Даже улучшенная снайперская винтовка. Так. А в принципе, что, голову отдыхать?
Да, он там урон получил, кстати. Что там еще есть? Президент Став. О. А, ну только для мага. У нас сейчас магов-то нет. Шлем еще. Плюс 11. Генерация энергии плюс 1. Ничего себе. Вау. Жесткий так. А, что-то продать. Так, это значит только одно. Этот шлем надо дать, ну, видимо, сюда. Тут плюс 5, тут плюс 11. Играться на плюс 1. Охренеть. Ну, тут пока нельзя поменять, к сожалению. Поэтому таки делаем. Так, ну что ж, вот. Ready. Yes. Что у меня порядок, конечно, точно. Yes. Я еще что-то. Ну что, гоу, прокатимся вниз, и правда не помню, что там происходит, но... Есть там еще что-то полезное или нет? Не очень. Look, a creature. Может уже и свалить. Ну я бы не был так уверен. Интересно, современное оружие, да? Да. Вы, ну тут ничего не поделаешь. Ну, что, сами подлетят, конечно. Чё, почему? Чё, ничего не понял. Почему он перезарядит её? Нихера, ну там это энергии сжирает. Да нифига. Да блин. Ладно, так. Воскрешение. Что у них там по резистам? По факту бить землей. Ну, он... Я там не особо важно, чтобы не менталом. Так что, наверное, пофиг.
Very well. I understand. Плохо так, конечно, но сейчас кого-то механика разберут. Так, у него лечение про лечение тут. Можно погубок остановить. Да чего-то? Да господи, блин. Там дальше больше мехит. Черт подери. Так, а чё? Здесь какой-то предмет. Я сохранился. Ладно, го пробовать сейчас. Отойдем куда-нибудь. Конечно, весьма кругло все. Хоть какой-то угол в кругу даже здесь можно видеть. Угу, почему не стреляет? Надо было самому перезарядить. Ладно. Так, anyway. Элементы. Хотя на самом деле нет. Это, наверное, сейчас стихи. А здесь голоса на дела. Там магия на всякий случай еще щит души бахнет. А не бахнет щит души здесь. Это... что-нибудь магическое. Что, кстати? Воздух сопротивления. Ну, нормально, кстати, здесь вода вообще. Вон. Что у него? Все по 110. Я не помню, по-моему, он был. Но я правда не помню. Но он жесткий. Жесткий пацан. Ладно, давай что-нибудь. В общем, надо на них накладывать эти. Ой, нет, не смерти. Кого? Смерть тут обычно так не работает.
I understand. Так, и... Пум-пум-пум. Лечить паралич. Долго думал. Right then. Так, вода, да. Долго тогда. Так. Лечение сюда. Лечить паралич тоже туда же. А тут... Да, давай еще раз. Здесь, наверное, голограф. Ёбаные параличи. Ну, попробуем пару раз, короче, его убить. Смотрим, что из этого выйдет. Так, ну да, я заметил. Так, воскрешение и лечить всех. Right then. А тут, ну не знаю даже, что делать-то. А это что вообще? 25-й. Кстати... Так, наверное, пробовать. Нет, не так. Энергия... Энергия здесь будет, сюда. А здесь будет восстановление, сюда. Я думаю, этого должно хватить. А тут... Да хер его знает, что тут, на самом деле. Кора небес тут не работает. Слова не было. Совсем стрём. Ну, а пофиг, на самом деле, ладно. Хорошо. 228. Так. Давай так. Ты себе хиляешь. Чейн. Просто лечение сюда. Знаю. Давай, наверное, лучше мы потом. Троечку. Exterminate. Destroy.
А, блин. Так, ладно. А в смысле? Кажется, мы все-таки сможем это пройти. Да, господи. Так. А, воскрешение сюда, а тут... Ой, нет. Это богатырь, это щит стихий. А, так, а что, у него нет раз воскрешения? Ну, что есть, почему? А тут, тут а паралич. Осталось чуть-чуть ему. Да, господи. Don't just stand there. Do something for him. My dears, are you sure you know what you're doing? Нет, конечно, мы не уверены. Иначе мы бы не сохранялись. Да все, сейчас самое сложное убито. Блять. Так. Есть порошок воскрешения, поэтому мы сейчас его юзаем на священника. Воскрешение сюда. Всех порезаем просто. Так. Воскрешение сюда. И воскрешение сюда. Он там сейчас ничего с ним не будет. Не должен умереть резко. Щит отстрел закончился. Плохо. Very well. Так. Давай ты полечишь всех. Good. Хотя бы на пятерочку. Так, воскрешение сюда и воскрешение. Воскрешение сюда. Yeah.
Это был сложный бой, да. Что-то чувствую, этот выпуск будет чисто сейчас посвящен вашим чернокнижникам. Так, живучесть. Отлично. Ну и освещение, когда все еще. Ну, надо будем качать ловкость и подвижность, видимо. Что их не докачаем. Так, благочестие и чё? Ловкость, ну и подвижность будем качать потихоньку. Так, тут мы берем, я не знаю, что мы берем на самом деле. Давай энергию возьмем, полезная мечта. Теология, железная воля, кожа. Так, и спать. I almost feel normal. That is great. Так. What now? What's up? Under control. Yes. Ready. Что за предмет валяется? Я так и не понял. Может, где-то наверху? Как будто он здесь. Я ничего не вижу. Ладно. Что не со всей этой радостью сражался за раз. Сейчас надо будет какой-нибудь угол встать хотя бы куда-нибудь сюда.
Да господи. Это за нас упади продавать. Так, это чё? Угу. Ну, их 27 всего. А, типа, стрела. Ладно. Так. Да пофиг. Не, чуть паралич. Так. Давай хотя бы так. Вот там-то нечего чуть поговорить, да? Ладно. Так, да вот так. А чё в этот? Ай, ладно. Сейчас всё убьют. Так. Ладно. Воскрешение сюда. Лечение сюда. А здесь... Чё? А то воскрешение, кстати, как раз... А у него воскрешение есть. Голограф на себя. Почему тут ничего не навоюем? А стоп, что? А это воскрешение здесь. А чё я? Лечение. А там лечение, здесь можно... Чуть паралич. Bug of Eldritch.
much for that mother. Так. Хрень бы убивать на самом деле. Можешь что-нибудь тянуться? Да? Такого убивать тогда чё? Чё мозги-то морочить себе? Так, воскрешение сюда. А здесь, наверное, сейчас надо скорее... А, нет, а в чёртах. Теперь все более-менее хорошо. Делаем лечить всех. Так, камон, на максимум. Так. Еще раз бахаем град. Здесь бахаем какой-нибудь. Что-то будем подходить, убивать ли? Ничего страшного. Хорошо шел. А, у них наоборот спутили больше. Вот. Там сзади еще. Сейчас отойдем тогда. Может, робота призовем? Ну, так что сделаем? О, нужен робот. Thank you.
Так, что, голубь сотню бомбу. I understand. Тут энергию сюда. Right there. А тут что-нибудь. Мы сейчас тут выйдем? Нет? Да. Ура. Да, два урона, ты, конечно, deals damage. Tons of damage. Что в этот раз как-то поэпичнее казалось, что обычно, когда сюда приходил, оно не так хитро было. Ну ладно. Прохожу же довольно успешно. Обидно. Кстати, всё. Что я сделал? Мужчина энергию. Молодец, конечно. Our will prevails. Чё так? Так, надо механику пулю хватить, да?
стрелять. Так, резиновые сапоги. Это, по-моему, телепорт назад. Ну, не назад, в смысле... Варнер, кажется. Да. Ну, нам сейчас туда не надо. Не хочу драться. Пока что, по крайней мере. Так, давайте вернемся назад в... Крапакса назад вернемся пока. Welcome. Так, надо тебе все продать, чувак. Вот что надо сделать. Это точно не надо в ближайшее время. Так, это... Ну что ж. Так. Это мы все... А, ну, кстати, это... Роща. Угу. Фризинг став тоже для мага. Большой лук, но хуже, чем то, что есть у меня сейчас. Это обычная снайперка. Так, это мы все оставляем, понятное дело. Просто стрелы продаем. Камни нам тоже нужны. Это чье? Это для священника. Ладно, то мы оставим так камнями. Тоже не надо, тоже не надо. Это понятно, что такое в пень, короче. А, шапка убийцы. Такое себе. А что там надо? Разведка сок. А, нет, это мы оставим. Это мы оставим. Вот радужный амулет, это херня. Так, сокрушение, это небесный храм, это в пень. Так, если это лечить всех, порталы. Ну, оставим пока, пусть будет ничего. Так, чёрный пёс. Ты чё, пёс? Надо взлом. Да хер с ним, пусть валяется. Ну, в принципе. Основной трэш мы продали. Трэш. Да. Так, что мы можем пить? Вот для этого, да. Так, чарующее это нам не надо, все. Это у нас уже есть. Это тоже все не надо. Золотой нагрудник. Роб омоложения, понятно. Так, зачарованная роба, это
все интересно. Самурая только. Шлем бесконечности, кстати. Следопыту. Да, берем. Так, шлем только для бойца теперь. Окей. Это для... В принципе, для всех, но не для того, для кого бы мне это надо было. Конечно, броня плюс 8. Тут 5. Тоже 5. 8. Можно купить сейчас. Служить, что? Смотри. Так, давай смотрим. Шмаки из змеиной кожи. Правильно, правильно. Покупаем. И все. Да. Так. Так. А, да. А эта радость пойдет механику, наверное. Плюс 8 генерации здоровья. А, нет. Нифига. А больше некому. Увы. Все, это продавать только. Ну потому что, ну это, блин. Потом еще регенерация маны будет. Я ему ману потом покачаю, почему нельзя использовать. А уровень барда 8. А, у меня музыки 90, да? А, ну она была 90, но сейчас нет. Потому что за хрень. Так. Угу. Ладненько. А, давай продадим что там. Так, продать. Кровать, башмак, выбросить. Ок. Шучу. На самом деле мы, наверное, на этом закончим. Будет немножко короткий выпуск. В следующей серии мы пойдем, наверное, попробуем стукнуть Эльседекс. Ну, Эльдорадо и Эльседекс. Вот. Еще я почитаю про ту дверь, которая не открывается. Мы еще ее сначала откроем. А потом уже двинемся в сторону подводных пещер. А, ну, сначала зашлем ясность. Может быть, если Эльседекс как бы стукнется быстро, то... То с этого и начнем. Ну, в смысле, не начнем, а продолжим этим. А пока, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И всем пока.